Завершающий сегодняшний день – это эстафетное плавание. Смешанной команды. 4 по 50 метров вольным стилем. Так, в первом заплыве принимают участие по третьей дорожке команда «Фитнес-хаус» в составе Батков Станислав, Шестакова Наталья, Филипповская Светлана и Коваленко Михаил. Шестакова Наталья только что проплыла 200 метров брасом и боролась с Ириной Шенгиной. По четвертой дорожке команда «Посейдона» в составе Кромский Дмитрий, Матвеева Наталья, Кедрова Ольга и Лукин Игорь. Вот Кедрова Ольга, по-моему, сегодня четвертую дистанцию плывет. Вот такой вот, такие вот у нас есть люди, из которых гвозди можно делать. По пятой дорожке выступают «Невские звезды» в составе Теряева Ирина, Короткова Марина, Лохоня Максим, Андреев Александр. И замыкают по шестой дорожке «Сириус СПБ» Степанова Валентина, Федосеенко Наталья, Сирийщик Сергей и Ламден Константин. Соответственно, категории здесь, ну, надо считать. Ну, заявлено 240 лет. Можем посмотреть эстафеты, рекорды. Эстафета «Вольный стиль», смешанная. И что мы тут имеем? Категория 240-279. Рекордсменом России является команда МФТИ «Долгопрудный» с результатом 2:01:12. Рекорд мира установлен в 2016 году неизвестной командой 1:54.54 секунды. И рекорд Европы ZPS Amersfoort в Эндховене в 22 году 1:57.45, что является рекордом Европы. Реагирует у нас команда по четвертой дорожке. Это «Посейдон». По третьей дорожке у нас плывет команда «Фитнес-хаус». И по пятой дорожке у нас выступает команда «Невские звезды». За «Посейдон» Жигунова Светлана закончила свой этап. Но нет, рекорда не будет. Достаточно сложно будет финишировать 24 секунды на своем этапе. Хотя... И в следующем заплыве у нас будет принимать участие...